Друзья, добрый день! Это кулинарный канал Натальи Горбачевой. Сегодня у меня для вас рецепт заварного пельменного теста без яиц. На моем канале уже есть несколько рецептов пельменного теста. Ссылочки на них я оставлю под видео в описании. Мука для этого теста подойдет как обычная белая пшеничная, так и пшеничная цельнозерновая. В одном из видео я рассказывала, почему мне больше нравится цельнозерновое пельменное тесто. И я сейчас готовлю пельмени только из него. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео, если кому-то интересно, посмотрите. Муку для теста я просеиваю, чтобы она насытилась кислородом. В это время у меня вскипел чайник, и я отмерила 200 мл горячей воды. Добавила 1 чайную ложку соли и перемешала до ее растворения. Соленую воду заливаю в муку и еще добавляю растительное масло. Столовую ложку или чуть больше, примерно 20 грамм. Замешиваю тесто сначала ложкой, а затем руками. Очень люблю вымешивать это тесто, потому что оно теплое и очень приятное на ощупь. Постепенно собирается комок. Тесто мягкое, эластичное, не липнет к рукам. Но если все-таки липнет, это может зависеть от муки, то муки можно добавить чуть больше. 10-20 грамм дополнительно. Готовое тесто я возвращаю в чашку и накрываю пакетом либо пленкой. И оставляю отдыхать минут на 30. Через полчаса из теста уже можно готовить пельмени, манты, чебуреки. Оно отлично раскатывается. Для этого стол можно либо смазать растительным маслом, либо слегка припудрить мукой. А в ближайшем видео я покажу, как из похожего заварного теста готовлю питы. Это такие интересные лепешки с кармашками, в которые можно класть разную начинку. Поэтому, как обычно, приглашаю вас на мой канал. Подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов и не пропускать интересные рецепты. А тексты видеорецептов вы можете читать на сайте edimkashu.ru.